Всем добрый день. Многие боятся брызгать бордовской смесью. Очень просто, покажу, как разводится. Бочка 100 литров, мне просто нужен раствор 100 литровый. Наливаем чуть меньше половины, можно половину воды, кидаем известь, прямо в ней гасим на такое количество. Если делать 3%, ничего с бочкой не будет. Вода чуть нагрелась и все. Потом отдельно в ведре насыпаем туда синий камень, вымешиваем. Кажется, что соотношение не такое, но за один раз при помесе у вас не получится все размешать. Будем добавлять воду, сейчас покажу. Так, вот размешали чуть-чуть, все не растворилось, вылили, постоянно помешивая. Теперь вот этот опять добавляем воду, то что нам нужно сделать 3%, здесь сильно большая. Добавляем воду, подмешиваем, опять подливаем, опять мешаем. И вот так, пока синий камень весь не растворится. Можно это сделать горячей водой, но я этим не занимаюсь. У меня принцип, чем проще, тем легче. Сейчас дальше покажу. Так, итого мы имеем 100 литров 3% раствора. Это 3 килограмма медного купороса и 3 килограмма негашенной извести. Вот, получается такой цвет, не знаю, телефон передает, не передает. Сейчас покажу. А, палка-мешалка, сухое дерево. Кому нужно. Сейчас покажу, как заливать машинку, как цедить. Вот, пользуюсь я вот такими штуками. Вот, это уже старая. Это мне дали новую. Она все отлично цедит, но это для дуйки. Вот такие вот они в кухне продаются. Чикс. Так, итого мы имеем раствор, дуйка, дуйки уже лет 100, даже не знаю, как она называется, лет 20, наверное, вот такая дуйка. Единственное, переделали сопло, идет от садко, то есть шланга заходит и сразу выходит, вот она так, без насоса, вот она идет сразу. Сделали дополнительно надув воздуха из рукава сюда, чтобы поднимать давление, чтобы она лучше проходила. И дальше никаких фильтров, ничего. То есть зашла, вот выходит жидкость сразу, раз, и на улицу. Сейчас покажу, как работает. Каждый раз, когда приходите заправлять машинку, нужно размешивать, потому что он дает осадок, и потом будет ерунда. Он осядет, сверху будет вода, а снизу концентрат. Перед тем, как загрузиться, постоянно размешиваем, а потом набираем.